Папа Римский Франциск завершил свой визит в Марсель мессой на стадионе «Велодром». В ней приняли участие 60 тысяч верующих. Тысячи людей встречали понтифика на улицах города. На массовом богослужении присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава Римско-католической церкви вновь призвал европейские правительства открыть двери и делать больше для людей, бегущих от страданий и войны. В своей речи понтифик вновь напомнил, что выступает против эвтаназии, назвав ее социальным злом и симптомом культуры одноразового потребления. Он также выразил свое несогласие с абортами.